В канун дня основания органа безопасности в Якутии состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти сотрудника спецназа ФСБ России капитана Поморцева Феликса. Напомним, что Феликс Поморцев в прошлом году скончался от тяжелых травм, полученных при выполнении специального задания на Северном Кавказе. Памятный знак установили в его родной второй школе, где его одноклассники, боевые друзья, коллеги и учителя отметили, что Феликс Поморцев отдал свою жизнь, отстаивая территориальную целостность нашей страны ради спокойствия и мира ее граждан. После объявленной минуты молчания состоялось возложение цветов к мемориальной доске. Кроме мемориала, у нас нынче детский спортивный клуб «Албан». Даем имя Феликса Александровича и превращаем в военно-спортивный клуб «Албан». И таким образом весь учебно-воспитательный план в спортивном направлении будет связан с именем Феликса Александровича.